произошло загорание в здании бывшей школы по адресу улицы Константина Заслонова, дом 4А. Значит, по прибытию первых пожарных подразделений наблюдалось открытое горение окон на четвертом этаже. Суммарная площадь пожара ориентировочно 200 квадратных метров. Значит, огонь вышел на чердачное помещение. Вот, значит, в помощь подразделению второй части, значит, были высланы отделение первой части, отделение специальной пожарной части. Значит, всего работало 4 ствола Б, 4 звена ГДЗС. На данный момент ликвидация открытого горения. Сейчас разбираем перекрытие, значит, проливаем, чтобы не было повторного возгорания. Сложность в том, что мы выезжаем сюда не первый раз. Значит, это свободный доступ. Очень часто происходит загорание на данной школе. Все окна открыты, и, в общем, очень большой доступ кислорода. То есть огонь получает сразу очень быстрое распространение по площади. Вот, и поэтому приходится затрачивать много усилий.